Вот сейчас. Они, бородатые женщины, несчастные артистские пары. Это общая тенденция. Это мы. Это общая тенденция. Сто лет назад. Помолчи! В программе в этом. Не важно. Сядь туда. Скройся. Yes. Последнее. Сто лет назад русский генерал Брусилов разгромил все австрийские дивизии. А 50 лет назад советская армия оккупировала Австрию. Мы там были до 50 лет. Мы зря освободили Австрию. Мы должны бы там стоять. Но если говорить... Другие люди. Спокойно. Но если говорить серьезно, то... Ксюша, Ксюша, вы смеетесь, но нам здесь было не смешно. Это победа, это диагноз. Если вы думаете, что это победа, то я вам хочу сказать, что это самое страшное поражение Евросоюза. Наконец-то мы увидели его настоящее лицо. А здесь прозвучала реплика из зала, когда этот мужчина пел свою песню, прозвучала это похороны Евросоюза, это реквием по Евросоюзу. Давайте по делу, это уж точно, это реквием по традиционным ценностям в Европе, по-моему. Номер